5 утра, и мы собираемся ехать во Львов. Да, мы решили поехать во Львов. Но эту поездку мы чуть ли не пропустили. Короче, форс-мажор конченый. Назарус мне говорит вчера, типа, ой, да я к тебе приду в 5 утра, типа, в 5:30 мы с тобой вызовем такси и поедем на вокзал. В итоге, нахрен, 5 утра, его нет, я ему звоню 4 раза, он не берет трубку. Так что я сейчас иду к нему домой, мне надо либо идти его... просто долбить ему в дверь, потому что сейчас света нету, мне надо подниматься на 12-й его этаж. Ну, типа, короче, хрен знает, блях. Я к Назару прихожу, я долблюсь в эту дверь нахрен, как бешеный маньяк. Он мне открывает через какое-то время, и я вижу, что он раздетый, он не собранный, то есть он не собрался вчера. 46 минут, я только пришел домой к нему. Нет, пришел я раньше, я достучался до него только в 46 минут. Я охренел просто. Это первая моя поездка с друзьями, которые мне действительно близки. Вообще она должна была случиться в 22-м году за границу, но случилось то, что случилось. Вот что бывает, когда человек хочет есть. Несется поперед батька в пекло. Ну посмотри, куда? Куда он несется? Назар, еда в другой стороне. Когда мы прибыли на место жительства, это просто охренительная квартира. Закрываемся. Так, все, время для секса. Особенно вот этот вот своеобразный балкончик, на который можно вылезти. Львівська національна філармонія. Макдональдс. Угу. Твой шедевр? Хештег «Іч будет»? Я артист. Мне не нужна популярность. У меня мало дискуссий. Хорошо. Что не схватилось? Ой. Львов красивый город. Это неоспоримый факт. Да, денег? Сколько же это, бляха, красиво. И причем велодорожки имеются. Велодорожки имеются практически везде. Нифига. Деня, какая неделя беременности? А? 8 Вот он. Что ты не на телефон? Потому что на телефон я не смогу приблизиться таким хорошим качеством.
посмотри на эту красоту, ёкарный бабай. Не, ну красивая арка, ничего не сказать. А? Степашки насрали на голову голубя. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ляха, насколько он огромный, насколько же он высокий. И насколько же он красивый. По-моему, там даже осколок торчит в стену. Осколок? Да, вон. Выше? Не-не-не, выше. А, вот это? Да. Возможно. Но в него, да, и в него прилетало. И более того. И это еще видно по вот этим вот разбитым статуям. Да. Так он перед ними затормозил. А этот можешь за... Кто эту развилку, бляха, придумал? Этот можешь зафоткать. Мусора идут. Давай, Деня. Охренеть! О, боже, ветер дует. Глаза летит. Нам жопа. Деня, давай, быстрее, Деня. Давай. Посмотрите сюда. Я еще решил каждую поездку брать фото из Google фото какие-нибудь, находить забавные фотки и их повторять во время поездки. Я считаю, это довольно прикольная фигня. Я это буду делать каждый раз, когда куда-то буду ехать. И вот еще несколько фоток, которые не попали в сам видосик. Да. Пластилин. Шоколадки на разве. Реально конченый. Новый тип пешеходов. Открываем. Не знаю, как его открыть. Халой подсветки. Живут уже даже салфетки. Жесть. Голодный. Как вы думаете, я съеду? Или я застряну? Застрянешь. Думаешь, застрянешь? Ну, может, у тебя попа шире? Я проехал. Деня, ты куда ушел, бляха? Мы с Деней... Мы потеряли Назар.